Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Код Изобилия. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о гороскопе на 2022 год и поговорим о знаках зодиака, которые не будут иметь проблемы с деньгами. Кто же эти счастливчики? Кому же так повезет в 2022 году, что их будет ждать безбедная и прекрасная жизнь? Далее в этом видео. Прямо сейчас подпишитесь на канал Код Изобилия, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также узнают об этой важной и ценной информации. 2022 год достаточно будет сам по себе достаточно интересным годом. Почему? Дело в том, что в 2022 году наше человечество очень много узнает информации, от которой ее скрывали. И скрывали не потому, что так надо было, а скорее всего потому, что человечество, все мы люди, просто не были готовы к той или иной информации. Но 2022 год для многих людей станет годом открытий, годом удивлений и годом, когда многие смогут изменить кардинально свою жизнь, при этом изменить не только в работе, не только в личной жизни, не только в смене места проживания, но и также в плане денег. И вот некоторым знаком зодиака именно 2022 год принесет финансовый успех. Но чтобы действительно 2022 год для этих знаков зодиака был успешным, именно денежным, прибыльным, обязательно нужно проявить упорство, нужно проявить предприимчивость для того, чтобы сбылись самые смелые мечты. И если рассмотреть гороскоп каждого знака зодиака, то мы можем выделить несколько знаков зодиака, у которых просто, начиная уже с января, закончатся какие-либо проблемы с деньгами и придет изобилие и достаток. Итак, первый знак зодиака, которого ожидает благоприятное время – в 2022 году это знак зодиака Овен. Уважаемые Овны, для вас 2022 год пройдет достаточно ярко, интересно. В этом году у вас будет достаточно много всего позитивного и интересного. При этом вы постоянно будете жить в каком-то таком напряжении, но это напряжение будет перед вами открывать новые и новые перспективы и возможности. И судьба вам будет постоянно на протяжении 2022 года дарить вам приятные сюрпризы, и перед вами постоянно будут открываться успешные всевозможные проекты. Но вам нужно быть начеку, и нужно вам самим быть готовым к вот этим переменам. Поэтому прямо в январе, в первую неделю января, уважаемые Овны, уделите внимание постановке своих целей, задач. Подумайте о том, к чему вы хотите прийти уже в конце 2022 года. Мечтайте, думайте о том, что бы вы действительно хотели заиметь, сколько денег вы хотите заработать. Обязательно уделите внимание сфере финансов и карьеры, потому что именно эти сферы для вас в 2022 году пройдут удачно и благоприятно. Также, уважаемые Овны, вас ждет и профессиональный рост. И вы, возможно, начиная где-то уже с февраля, вы поймете, что вы хотите себя попробовать в совершенно новой сфере. Поэтому, как только вы это поняли, сразу начинайте браться за ум, начинайте искать информацию, обучаться, приобретать какие-то новые навыки. И уже осенью это к вам придет. При этом придет таким образом, что вы сами будете не ожидать. Потому что, уважаемые Овны, для вас 2022 год – это год, наверное, подарков, удачи, вот такой вот радости во всем. Хотя все будет и в напряжении. Но благодаря вот этому напряжению, уважаемые Овны, вы сможете многого добиться в жизни в 2022 году. Следующий знак зодиака – это Водолей. Уважаемые Водолеи, вы в 2022 году сможете достигнуть любых материальных и нематериальных благ, и это все произойдет благодаря вашему упорству и вашей силе воли. Вас ждет гармония во всех сферах вашей жизни, а для решения деловых вопросов вам подойдет первая половина дня. В это время вы сможете найти новую работу, вы сможете обрести финансовую стабильность, и вам... Вот как вы первую половину года запланируете, как вы будете стараться все делать, так и вы сможете пожинать плоды
уже во второй половине 2022 года. Кроме того, не стесняйтесь идти на собеседование. При этом вас, может быть, пригласить на собеседование в той сфере, которую вы не знакомы, вы не знаете. Не бойтесь. Возможно, это для вас будет открытие, но вы сможете всего легко добиться и сделать. Потому что для вас, уважаемые водолеи, год 2022 год пройдет под знаком финансов, успеха в финансах и в карьере. Поэтому, уважаемые водолеи, только вперед. Следующий знак зодиака у нас с вами близнецы. Уважаемые близнецы, а для вас 2022 год – это год вызовов судьбы. Но, уважаемые близнецы, ваш характер, ваше понимание всей ситуации помогут вам с любыми проблемами, неприятностями, задачами справиться. И не только справиться, но вы также можете произвести такое вот позитивное, прекрасное впечатление на тех людей, которые помогут вам прийти к новым финансовым достижениям. Возможно, уважаемые близнецы, вы поменяете место работы и даже займете должность. При этом должность будет достаточно высокооплачиваемой зарплатой. Также, уважаемые близнецы, на протяжении 2022 года вас ожидает много новых и интересных проектов. Вы достигнете успеха и в карьере. И обращаю ваше внимание, что вы можете даже на своей новой работе просить свободный график работы. Да, именно свободный график, и в такой степени вы сможете достигнуть еще больше высот. Кроме того, уважаемые близнецы, у вас по гороскопу во второй половине года вы даже можете не только думать, но и создать свой собственный бизнес, который уже, если вы вложитесь все правильно во второй половине 2022 года, то гороскоп говорит о том, что уже в 2023 году с марта вы начнете получать большие прибыли. Но обратите внимание, уважаемые близнецы, на то, как вам правильно нужно построить свой бизнес. Следующий знак зодиака – это у нас с вами Скорпион. Уважаемые скорпионы, а вас ждут грандиозные успехи в вашей профессиональной сфере. Поэтому, уважаемые скорпионы, вы настолько большие молодцы будете, что сможете в 2022 году совмещать и работу, и хобби. Также вас ожидает, уважаемые скорпионы, огромная радость, удовлетворение от той возможности, что вы можете реализовать все свои таланты. Да, уважаемые скорпионы, у вас будет много работы, но эта работа будет оплачиваться, а значит, у вас будут новые возможности и счастливые шансы реализовать все те проекты, которые вы наметили на 2022 год. Кроме того, уважаемые скорпионы, несмотря на то, что у вас будет много работы, у вас это еще и будет мощный стимул, который поможет вам раскрыться по-новому.